Старинное веретено и прялка 19 века хранятся в фондах Ульяновского областного краеведческого музея. Эти орудия труда использовались для прядения нитей, из которых ткали ткани. Веретено представляет собой длинную тонкую палочку с заостренными концами и утолщением посередине. Этот первый инструмент для прядения люди придумали в 5-м тысячелетии до нашей эры. Изготавливалось веретено из сухого дерева, зачастую это была береза. Его длина колебалась от 20 до 80 сантиметров. Веретено и прялка являлись спутницами женщин на протяжении всей жизни. Они были практически в каждом доме симбирян, особенно малого достатка, где сами ткали ткани и вязали. Прядением и ткачеством занимались с октября по март, то есть все время, когда нет полевых работ. По традиции прялку и веретено дарил жених, когда сватался к девушке. В музее «Дом Языковых» представлена более усовершенствованная модель прялки – механическая. Такие прялки на Руси появились в 17 веке. Принцип работы самопрялки в следующем. Большое колесо-маховик пряха вращает ногой с помощью педали. Маховик отдельными ремнями приводит в движение катушку и рогульку, посаженные на одну ось. Сформированная из волокон ровница подается внутрь этой оси и через глазок выходит на крючки рогульки. Нить наматывается на катушку. Музейный экспонат прялки кустарного производства. Она попала в фонды музея из Симбирского Покровского мужского монастыря. Вполне возможно, такие прялки изготавливали в монастыре.